Смотри, когда Силькина при неудачных двух попытках на 4.70 заявила 4.75, на твой взгляд, это был жест отчаяния ее? И, в общем-то, ты уже где-то поверила в свою победу? Я не знаю, с ее стороны какой-то жест, вот сложно было. Меня немного врасплох просто застал этим, поэтому мы решили перенести, не дергаться, не психовать, чтобы не тратить на эту попытку. У меня было на 4.83 попытки, поэтому я, в принципе, думала, что справлюсь, но так вышло. Ну, я гляжу, так, в общем-то, селфи и автограф-сессия заняла больше времени, чем твои прыжки. Это так? Все-таки да, вот да. Такая поддержка, она помогает, в общем-то, конечно. Забыть? Нет такой. Конечно, очень приятно, и поддержка во время соревнований, и после. Это заряжает и эмоциями. Спасибо большое всем. Будет с кем бороться теперь в Пекине? Бороться всегда есть с кем. Спасибо. А не думала, что, может быть, все-таки лучше попытать было силу на 4.75, а не на 4.80? Ну, сейчас гадать уже сложно. Я поменяла палку, и, в принципе, если бы попала в нее хорошо, удачно, с ветром, то я бы и 80 прыгнула. Поэтому... Ну, я не жалею, в принципе, думаю, что... Но, в общем-то, оцениваете как свое выступление? На что, как бы, тренеры рассчитывали? Мой тренер, в смысле? На прыжки... Мы всегда настраиваемся на, ну, именно технику прыжка. Сегодня, в принципе, все удалось. Но вот, ну, все-таки июнь еще такой напрыганности хорошей нету, поэтому немного такие шероховатости. Спасибо, поздравляем вас со вторым результатом. Спасибо большое, спасибо.